Всплеска по заболеваемости ОРВИ и гриппа нет, но отмечаются случаи COVID-19. Сегодня об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщил руководитель управления здравоохранения Рустам Нукманов. В настоящее время все медучреждения города работают в штатном режиме. Медикаментов и койко-мест для пациентов в достаточном количестве. Напомню, с начала пандемии в Челнах зарегистрировано 31 417 случаев новой коронавирусной инфекции. Продолжает функционировать провизорный госпиталь и инфекционное отделение. Продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится как в поликлиниках, так и организована выездная вакцинация в учреждения и организации города. По состоянию на 17 ноября вакцинации против гриппа охвачено 99,8% граждан от числа полученной вакцины.